В конце января в Новосибирске завершился городской этап конкурса «Арт-профи-форум». В нем принимали участие студенты учреждений начального и среднего профессионального образования. Главная цель организаторов – поощрить участие студентов в социально значимой и творческой деятельности. А главное – показать, что рабочие профессии по-прежнему актуальны и престижны. Основную задачу мы для себя, конечно, определяли – максимально дать возможность нашим училищам, нашим техникумам, колледжам, самим ребятам показать и рассказать о своих профессиях. Почему они выбрали? А почему они считают, именно этой профессией должны посвятить свою жизнь, свою работу? То есть заставить, не то что заставить, а предложить, озвучить только в творческой форме вот свое отношение к профессии. И понятно, что каждый этот выбрал эту профессию, он отзывается о ней позитивно. И чем больше у нас будет возможности говорить о рабочих, тем более специальностях, промышленных специальностях вслух и с хорошим настроением, тем больше ребят, естественно, будут определяться и тоже выбирать для себя эту профессию. В заочном этапе участники представляли на суд жюри авторские песни о профессиях, видеоролики о социально значимых проектах, фотографии, а также информационные материалы, опубликованные в СМИ. Из 12 учебных заведений, принимавших участие в предварительном этапе, в финал вышли 8. Они и представили свои учебные заведения на творческом конкурсе рекламы презентации профессий. Все принимающие участие в замечательном конкурсе творческом агитбригад, да, рекламы презентации профессий, вы фактически все уже являетесь победителем. Вы победили свою лень, вы победили нехватку времени во время учебного процесса, вы победили страх сцены, вспомните, как вы на репетициях первый раз выходили и боялись. Но есть лучшие среди лучших. Участники боролись за главный приз – поездку на всероссийский этап арт-профи-форума, который в этом году пройдет в Анапе. Для победы нужно было набрать самое большое количество баллов по итогам отбора во всех номинациях. Гран-при досталось команде Новосибирского промышленно-экономического колледжа. Они и представят новосибирское студенчество на всероссийском этапе.